Что ты насупился, премудрый совенок? Марк Антоний не прав. Мне кажется, что сейчас практически неверно заключать перемирие. Это зависит от ситуации. Ты выдвинешь требования, которые Помпей не сумеет принять. Но они подойдут к Цицерону и сенаторам. Быстро понял. Держись, хозяин. Люди видят. Господин, поведи нас в укромное место. Что с ним? Его отравили? У него приступ падучи, это скоро пройдет. Прикройте дверь, господин, прошу вас. Ему нужен врач. Нет. Любой ценой мы должны скрыть его болезнь. Никто не последует за вождем, которого Аполлон покарал эпилепсией. Клянись Оркусом, то никогда не расскажешь об этом. Как ты себя чувствуешь, муж мой? Все хорошо, ничего серьезного. Пошли. Атия. Я устала, думаю, что мы покинем твой дом. Конечно. Как пожелаешь. Доброй ночи, дорогая.